Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор магния стеарат. Основное назначение магния стеарата при изготовлении косметических товаров заключается в связывании и структурообразовании веществ, в стабилизации, а также предотвращении образования комков и придании объемного содержания. Особенно широко применяется в качестве наполнителя и с целью придания рассыпчатости минеральной косметики, такой как рассыпчатые тени, румяна, пудры и основы под макияж. Преимущества использования магния стеарата таковы: отличный стабилизатор, воздушный и легкий объем готового косметического препарата, прекрасный наполнитель, улучшение качества скольжения средства, улучшение вязкости, легкая невесомая текстура, возможность создавать косметические средства без образования комков, усиление взаимопроникновения активных веществ. Косметическое назначение таково: воздушные взбитые масла, декоративная косметика, такая как тени, пудра, румяна, тальк для тела, кремообразные моющие средства, такие как крем-мыло, крем-демакияж, крем-шампунь, дезодорирующие пудры. Вот в таком пакетике мы отправляем данный компонент нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!